В Магадане нашли мертвую 19-летнюю девушку. Мать Дарьи Медовой начала поиски дочери 19 мая. По предварительной версии, девушка гостила у друга, после чего вызвала такси и уехала погулять на маску скорби. После того, как дочь не вернулась домой, информацию о пропавшей опубликовали в социальных сетях. Но результата не было несколько дней. Сотрудники полиции и волонтеры отряда «Поиск детей Магадан» тоже не смогли найти пропавшую. 21 мая на сопке Крутая Дарью Медову нашел мужчина, который выгуливал свою собаку в районе мемориала памяти жертв политических репрессий. По предварительным данным сотрудников Следственного комитета, девушка умерла от переохлаждения. На место происшествия выезжал следователь следственного отдела по городу Магадан, а также следственная оперативная группа. При первичном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. Предварительные данные медицинского исследования свидетельствуют о том, что на теле девушки обнаружены признаки переохлаждения. Однако окончательные выводы судебные медики смогут дать после проведения всего комплекса лабораторных исследований. Точные причины смерти Дарьи Медовой на данный момент не подтверждены. По факту исчезновения девушки Следственный комитет проводит все необходимые процессуальные действия.